Всем привет! Добро пожаловать на канал «Кухня на любой вкус». Предлагаю вашему вниманию легкий ужин, готовится очень быстро, а вкус у него потрясающий. Два куриных филе нарезаем небольшими кусочками. Два кабачка. Две морковки молодые. На сковороду кладем 50-70 грамм сливочного масла, куриное филе, кабачки, морковку, добавляем соль по вкусу, накрываем крышкой и готовим минут 20-25 на небольшом огне. Затем добавляем 1-2 помидора, молотый перец, сметану 150 грамм, все перемешиваем и готовим минут 5 без крышки. Из такого блюда можно сделать подливу к кашам или к макаронам, добавив больше сметаны или сливок. Всем приятного аппетита, ну а я жду ваших лайков и комментариев. Подписывайтесь на канал «Кухня на любой вкус» и до новых встреч!